Тем временем фармацевтики, производители, петербургские производители всерьез задумываются о том, как же создать персонифицированные лекарства для каждого из нас. Генеральный директор петербургской фармацевтической компании Дмитрий Морозов рассказал, как это может работать. Персонификация лекарственного препарата, позвольте пофантазировать, она, конечно, будет на основе геномного анализа. Мы будем понимать, какой уровень экспрессии тех или иных генов определяет особенности организма и течение болезни. Плюс дополнительную, анализ там метаболического профиля, огромное количество показателей. Ну а самую удивительную картинку будущего нарисовал, пожалуй, знаменитый американский ученый и также гость этого форума, футуролог Митио Како. В будущем я бы хотел жить в мире свободной информации. Например, интернет был устроен в мою контактную линзу, и лишь моргнув глазом, я бы мог уже увидеть всю вашу биографию. И даже если вы будете говорить со мной на китайском, я увижу автоматический перевод на английский или любой другой язык.